Снизилась почти на 4% заболеваемость энтеровирусной инфекцией. В Югре идет на спад. Такие данные публикует окружной Роспотребнадзор. По данным ведомства, за последнюю неделю мониторинга чаще всего энтеровирус диагностировали у детей. За прошедшие 7 дней заболел 141 ребенок. Это меньше, чем за прошлый отчетный период на 3,7%. Однако, несмотря на позитивные изменения, специалисты советуют быть бдительными, соблюдать правила личной гигиены и при первых симптомах обращаться в больницу.